Время репортажа о матче Дикмана и Рекермана. И решили они все-таки по-родственному расстаться. И в итоге и у Дикмана и Рекермана хорошо все получается. И у Кристофа Дикмана и Андреса Шорфлуга тоже очень замечательно все получается. А вот как результат, я уже сказал о том, что они побеждали в этом сезоне на одном из этапов. И если быть точным, это случилось в Китае, в Шанхае. В финале они обыграли не кого-нибудь, а первый номер классификации нынешней — Эммануэля Регу и Рикардо Сантоса. Достаточно высоко посеяно, естественно, здесь на чемпионате мужском Марко Дикман и Йонас Рекерман. И, соответственно, Андрей Шорфлюк и Кристоф Дикман. Они, кстати, седьмые. Ну, что, если говорить о Тодде Роджерсе и Филиппе Далхаусере, у них ситуация такая критическая, я бы сказал. Вообще-то, вы знаете, Тодд Роджерс обычно вот в последнее время выступал с Томасом Крёгером. Проблемы возникли со здоровьем. И в итоге на чемпионат он приехал с Далхаусером. И вот пытаясь тут понять, сколько они матчей вместе сыграли друг с другом. И, в общем-то, на турнирах практически они не играли. В 2004 году вообще точно не играли. И сложная у них ситуация. Тем не менее, бились они, старались и сумели в первом круге соревнований обыграть канадцев Катлио и Доминго. 22-20 и 21-9. Но все-таки, в общем-то, соперники у них слабенькие совсем были. 39-й номер посева. Сейчас, конечно, им предстоит очень сложная игра против Кристофа Дикмана и Андреса Шорфлуга. Думаю, что о немцах есть смысл поговорить побольше. Вообще-то, знаете, в этой мужской части соревнования чемпионата мира 7 немецких дуэтов. Так что биться они будут очень сильно. Постараются напрячь и американцев, напрячь и бразильцев. Ну, наверное, все-таки пока вот матч не начинается, ребята, мы еще поговорим о Дикмане и Шорфлуге. А я скажу о том, о чем и что мы не увидим сегодня, например, на Евроспорте. Женская часть соревнований уже суперактивно идет. И вот сегодня очень интересные поединки. Какие-то из них закончатся, но об этом мы говорить не будем. Просто скажем, что все посеяны очень высоко. Пары продолжают выступления, продолжают биться за медали. Вот, по крайней мере, сегодня очень интересные дуэты встречаются. Милш Лама, Германия, 9 номер, Тардисио Арваните, Греция, 8 номер посева. Очень интересный матч Волш Мэй против Ваколдер и Янгс. Янгс поменял свой партнер, и вот Ваколдер ей помогает в этом году. При этом Ваколдер несколько раз в прошлом году с Волш выступал, когда Мэй болела. Так что вот очень любопытно. Причем Волш и Мэй здесь посеяны 19 из-за того, что они не выступали на этапах в этом году в мировой серии. Я уже говорил о проблеме календаря Ассоциации профессионального волейбола Америки и вот календаря Международной федерации волейбола. Они 19-ми Волш и Мэй посеяны здесь, но ясно, что они в данном случае являются фаворитами не только этой встречи, но и всего чемпионата. Кюн Швер против Пол и Рау. Швейцарский дуэт против немецкого, 11-я пара против 6-й. Шелде Биар, Бразилия, 2-й номер посева против австриячек Герлик и Кларке. И, наконец, Сандра Пирос и Беднарчук против Пирота и Гателли. И, бразильский дуэт, 7-й номер посева против 10-го. Ну и еще расскажу, Анна Паула и Барус — это новый дуэт в этом году. Сандра Пирос вместе играла с Анной Паулой, расстались они. И теперь Анна Паула играет с Барус, и они посеяны четвертыми, встречаются с кубинками Фернандес Грассет и Лорея Пиратца. Так, конечно, вот сейчас уже нам показывают те, кто сейчас будет играть. Это американцы Тодд Роджерс, Филипп Далхаусер. К сожалению, к огромному, вот в той огромной информации, в том потоке информации, который приходит из штаб-квартиры Евроспорта до Парижа,
много есть о волейболистах, общей информации о мужском соревновании, женском. Но при этом, вот что касается двух американцев, тут у нас совсем немножко информации. Что касается вот возраста даже, вот есть только информация о Роджерсе, ему 31 год. То, что касается Филиппа Далхаусера, ничего не понятно. Откуда парень вырвался? Вообще, он и не играл до нынешнего сезона, по-моему, в пляжном волейболе. Очень сложно что-то сказать. Вот сейчас мы с вами попробуем понять чуть-чуть подробнее, если вообще просто увидеть и посмотреть, что это такое. Что это такое, кто это такие. Ну а Дикман, еще раз скажу, Шерфлук, они уже очень опытной парой являются. Возраст 37 лет, у Шерфлугу и Дикману уже 29. В общем, куда дальше? Дальше некуда. Дальше некуда. Ну и так теперь представляют нам американцев. Том Роджерс выходит на площадку. Оливьера, первый арбитр, главный арбитр этой встречи из Бразилии. Может, какие-то титры появятся? Титров не появилось. Второй номер — это Далхаузер у нас. Далхаузер. Кристоф Дикман, вроде бы как вот вторым номером у меня он фиксировался. Все у нас наоборот, не соответствует тут. Тут надо быть очень внимательным в действительности. Да, иногда бывает, уже сегодня я ловил себя на том, что вот неизвестный дуэт, и немножко трудно понять, кто есть кто. Ну что ж, вы видели атаку Далхаусера, очень хорошую, высокий парень, но опять же, рост не могу я точно сказать. Наверное, ну, что-то где-то 198 сантиметров, учитывая, что у Шерфлюга 196, у Дикмана 198, но вот где-то такой же рост, 198 и у Далхаусера. Ну а сейчас на подаче Роджерс. Может Далхаусер догнать? Догнать-то он смог, а вот поднять мяч. Но стартовал этот парень очень-очень неплохо. Но вы видите, он достаточно легкий на подъем. Он не тяжелый, высокий, но не тяжелый. Итак, на подаче сейчас Кристоф Дикман. Вы знаете, атака-то была не лучшая, тем не менее от блока мяч улетает в аут, и сейчас немцы будут защищаться на подаче. Филипп Далхаусер. Хорошая атака. На всякий случай напомню, что сенсация сегодня состоялась, и потрясающая, кстати, сенсация. Рикардо Мунел, первый номер посева чемпионата, олимпийский чемпион, действующий чемпион мира, проиграли голландцам Кёгелю и Борсме. Совершенно был удивительный матч, и, в общем-то, это пример для тех, кто здесь ходит в аутсайдерах, скажем так, в роли темных лошадок. Пожалуйста, играйте, все в ваших руках.
хорошая игра в защите. И, ну и, в общем-то, американцы молодцы. Ага. Так вот, американцы переиграли сейчас. Здорово сыграл Далхаусер. Молодцом. А может быть, вы знаете, вот я так смотрю, может быть, и 2 метра у Филиппа Далхаусера. Очень уверенно у Ситки он чувствует себя, наверное, даже он чуть повыше будет Дикмана. На подаче Роджерс. Что ж, молодцы, просто молодцы американцы, а? Вновь на подаче Роджерс. Ну что ж такое? Немцы ничего не могут поделать против блока Филиппа Далхаусера. Того самого, о котором никто ничего не знает. Вот в чем и проблема, возможно, немцев. Игрок, который удивляет сейчас всю публику, которая здесь собралась. 6-3. Роджерс вновь на подаче. Нельзя не найти слабые места, есть у любого волейболиста, надо просто немножко привыкнуть. Тут, конечно, тут время нужно. Там пол партии, может быть, чуть больше, но опытные очень дуэты, надо раскусить просто Далхаусера. Плохая подача. Роджерс достаточно известный волейболист. Много он выступал вместе со Скоттом и с Холдерном. Вот два партнера у него с 97 года было всего лишь. Ну, каких-то великих достижений на его счету нет, но стабильно, в общем-то, был он в десятке. Вы знаете, уже долгое время был в десятке. Вот с 2001 года по 2004 включительно, очень часто оказывался в числе 9 лучших команд и даже бывал четвертым. Вот в прошлом году в Марселе со Скоттом и во Франции они очень неплохо выступили, в полуфинал попали. В том же году в Ставангере были 5-ми и 4-ми в Китае. Хорошие результаты. В 2003 году 5-е место было наивысшей точкой, куда они сумели добраться, в Ишпине, в Португалии. Также в Ишпинию в 5-ми они были в 2002 году. Ну, судя по всему, настало время перемен. И посмотрим, насколько это перемены интересны для Роджерса. На мой взгляд, Далхаусер очень неплохо выглядит. И в первом матче он здорово смотрелся в первом круге. И сейчас 9-5 на подаче на вновь Роджерс. По-моему, мимо. Да. Запугал просто, по-моему, немцев Филипп Далхаусер. И кто бы ни бил, Шортлок или Дикман, это не имеет значения. Пока они, по-моему, немецкие волейболисты в недоумении. Что-то не то происходит, а сделать ничего не могут. Тайм-аут. Тайм-аут, да. Но... Девочки пока отдыхают, тайм-аут очень короткий в пляжном волейболе, как и в большом волейболе, так что очень скоро мы увидим. И немецкий дуэт, который, ну вот, публика молчит, вы видите, она пока недоуменно созерцает, что же происходит, не понимает она. Ну вот, неожиданный вариант. Роджерс и Далхаусер, тот человек, которого вообще никто не знает в пляжном волейболе, Филипп Далхаусер, сейчас здесь, в общем-то, творит сенсацию. А насколько его хватит, это второй вопрос. Это второй вопрос. Вот-вот призывает сейчас и ведущий этой вечерней сессии волейбольной. Призывает народ поддерживать, пободрее, но мы видим, пока Далхаусер не возмутим. Он еще легче от того, что у него... абсолютно лысая голова, он, по-моему, еще легче чувствует себя. Пробил сейчас.
Сейчас очень сильно мощно выстрел Дикман. Мощно. Молодцы немцы, но правда поднять-то подняли, а атака все-таки не состоялась. Зато тут посмотрите, какой симпатичный блок сделал Кристоф Дикман. Замечательно совершенно. Ну, класс действительно очень высокий у Дикмана и Шерфлуга. В принципе, они могут выиграть у любой пары, в том числе и у лучших бразильских дуэтов. Вот, пожалуйста. Вот, пожалуйста. Вновь Дикман. Фактически по переходящему мячу сейчас ударил. И ударил очень-очень здорово. И совсем по-другому сейчас чувствует себя публика. Обратите внимание. Немцы очень спокойно справляются с атаками Роджерса, а вот с атаками Далхауса немножко сложнее. Но опять же, немножко, но... Пожалуйста, сам Далхаус сейчас промахнулся. И все. Практически нет никакого уже преимущества у американского дуэта. Не так страшен черт. Как его малюют. Так что немцы фактически уже пришли в себя. Но все не означает, что обеспечена им легкая жизнь. Это понятно, что это не так абсолютно. Но с каждой секундой, ну, может быть, даже минуты все-таки, будет проще несколько Шерфлугу и Дикману. Вот они сумеют понять, что из себя представляет Далхаузер, и будут его использовать слабые стороны, а против сильных найдут, наверное, какое-то противоядие, постараются. О, как здорово. Как красиво. В общем-то, мяч просто сразу после приема и в атаку пошел. Вот этот прием мяча, и Дикман здесь думать особо не стал. Но, в общем-то, и вариантов у него немного было. А вот, например, Далхаузер этого варианта не просчитал. Он поздно оказался у сетки. Это, кстати, его вина. По идее, и он там мог вступить в жесткое единоборство и там побороться прямо на сетке. А он, наверное, по привычке большого волейбола не стал спешить к сетке. Технический тайм-аут. 21 очко сыграно, да, в этой встрече. Напоминаем, что мы рассказываем о втором раунде, во втором круге чемпионата мира по пляжному волейболу. Идет мужская часть соревнований, но женская тоже идет, без вопросов. Но мы рассказываем сегодня о мужчинах. Американцы Роджерс и Далхаузер, которые сегодня провели одну встречу в первом круге соревнований, одержали верх. Вот они сейчас играют второй матч для себя. Ну а Дикман Шерфлуг по праву сильнейшей команды, которая в рейтинге стоит намного выше, они были освобождены от участия в первом круге, и вот теперь свеженькие, что называется, играют против американцев. Но пока американцы впереди на подаче. Немецкий дуэт. Это был Шерфлуг. Удачно сыграли американцы. Заметно ниже Роджерс Далхаузера, поэтому тут очень понятно, кто по какими делами занимается. Кто занимается игрой у сетки, блок и так далее, а кто-то вот на задней линии там борется как может. Вот здорово сыграл сейчас и Далхаузер. Ай-яй-яй-яй-яй, это непростительная ошибка. В общем-то, американец просто перебросил мяч через сетку и... Тем не менее, вот смотрите, не дотянулся Дикман до мяча. Тут действительно, может быть, шаг назад надо было сделать, но не успевал, быстро сыграл Далхаузер. Ошибка на подаче. Все-таки
по-моему, так вот натянуто, ножницы болтаются. Внизу. 11-13, но на подаче Дикман. Вот здорово. Мне нравится то, что в пляжном волейболе такие очки не переигрываются. Идет борьба, идет кто кого. Вот здесь смотрите, что получилось. В итоге вроде бы как Дикман-то сыграл все, сделал здорово, а очко потеряли немцы все равно. Молодцы американцы, просто молодцы. Класс, просто класс. Да. Ну, скажем так, первое открытие этого турнира дал Хаусер, да? Как личность. Смотрите. И хорошо выпрыгивает, а главное, руки у него работают совершенно замечательно. Они действительно работают, но их не ставят, они у него работают. Работают и кисти, и пока очень непросто немцам, они уступают. Да, уж не идет игра, так и не идет. Казалось бы, выправилось все. Не так. Нет, все не так. Смотрите, 16-11. У нас электронный счет пропал. Нет, вот он опять восстановился в левом верхнем углу. 16-11. Опять оторвались очень прилично в счете американцы. Далхаузер на подаче. Заступил, что ли? Похоже, что да. Ну, очень опытный арбитр из Бразилии Оливейра. 12-16. На подаче сейчас Шортлук. Я бы сейчас свистнул, дал техническую ошибку, двойное касание американцев. Талхаусов конкретно. Да, все идет к тому, что американцы выиграют первый сет. Это крайне любопытно, это крайне интересно. Камера даже не успела взять ту часть площадки, куда мяч попал. По тому, как публика отреагировала, мы поняли, что все в порядке для немецкого дуэта. Есть, конечно, небольшой шанс еще спасти эту партию. Но уже сейчас надо набирать на своей подаче очки. Вот так вот, например. Вот так вот, да. Далхаусер, судя по всему, не рискнул пробить сильно и посчитал, что там в углу площадки до мяча никто не доберется. И в этом он очень сильно ошибся. Очень сильно. Кристоф Дикман на подаче. Очень здорово подает. Потрясающе. Как накачили их, а, этот матч. Смотрите. То американцы набирают несколько очков подряд, то вдруг немцы начинают играть в свою силу, в истинную свою силу. Ну что ж, по-моему, тайм-аут. Берут, наверное, американцы, я так догадываюсь. Да. Два очка таких достаточно легких немцы завоевали, поэтому американцы решили несколько тут вот эту инициативу, их кураж быстренько погасить тайм-аутом. Получится это или нет, посмотрим сейчас. Еще расскажу о том, что очень тяжелый, напряженный сезон у пляжников. 16 этапов мирового тура. Середина мая и до ноября включительно, до Кейптауна и
при этом чемпионат мира проходит сейчас. Если надо было, что называется, форсировать форму. Не знаю, кто-то непосредственно к этому чемпионату делал это. Высокий, очень высокий все-таки. Калхаусер, он еще, вы знаете, немножко такой сгорбленный, да? Долговязый, можно сказать, поэтому его 2 метра могут скрываться, так скромно. Вот ребята, немцы так постройнее выглядят. Вот так вот. Ну вот так вот. От 2-метрового Далхаусера блокирует. Вроде бы и мощно бил, но как здорово Дикман прочитал этот удар. Посмотрите, как руки пошли за мячом. Под каким углом они были, а? Вот так редко бывает. В большом волейболе, в пляжном, чтобы спортсмен в прыжке видел направление удара, еще и руки не прямо поставил, а именно туда, куда полетел мяч. Это ситуация действительно показательная. И все-таки молодец, молодец Далхаусер. Он в действительности сейчас пока наиболее интересен публике. А, понятно, он постоянно Далхаусер на грани фола подает, и поэтому здорово сыграл. Здорово. Сейчас он тоже едва не заступил за линию. Уж не знаю, зачем это ему так близко подбегать к линии. Тут, вы помните момент, когда он атаку не смог завершить нормально? Вот теперь вернул должок. 19-16. Далхаусер на подаче. А вот. Знаете, очень долго идет первый сет. Равная борьба, в действительности равная. С небольшим преимуществом американцев за счет блистательной игры Далхаусера. Очень хороший. Блоки здорово, кстати. Блоком вообще фантастически сейчас. Ну и в атаке допускает, конечно, ошибки. Не без этого. Ну и набирает очки гораздо больше, чем Роджерс. Роджерс пока в роли такого дядьки, да, подсказывающего больше. Пробивает сейчас. Дикман пробивает. Казалось бы, ну что тут? Одиночный блок. Против него играет да играет. Нет, нет, не всегда. Теперь надо американцам отработать сзади. Получилось. Прием очень плохой у Далхаусера было, поэтому там, конечно, не до атаки было как таковой, а здесь уже четко сыграл Шерфлер, очень четко. Да много, много лет Шерфлер в пляжном волейболе. Сетбол и все. 21-19. Все-таки реализовали очередной сетбол сейчас. Американцы. И выигрывают они первый сет. 21-19. Ну что ж, самое интересное событие ждет нас еще впереди. Weekend on Eurosport, it's all happening on the track. The MotoGP boys ride into the Netherlands with Rossi and the posse flat out at Assen. Winding up at San Marino, the production machines of Superbike, and they produce one heck of a championship. And down Mexico way, see how the drivers give touring cars a whole new meaning.
A weekend on wheels with MotoGP, Superbike and the World Touring Car Championship. All live on Eurosport. Intelligent new generation, the only 3G smartphone, the new Nokia 6630. Nokia, connecting people. Official FIVB ball supplier. Мы продолжаем рассказ о матче чемпионата мира по пляжному волейболу. Это второй круг соревнований. 21-19, так неожиданно завершился первый сет. Американцы Тодд Роджерс и Филипп Далхаузер выиграли у очень высоко стоящих в мировом рейтинге немцев Кристофа Дикмана и Андреса Шорплюга. Эти ведь, еще не забывайте, матч проходит в Берлине. Тут толпа, по-моему, болельщиков пока не очень понимает, что происходит. Вот вторая сенсация. Первая – это поражение Мануэла Рикардо. Посмотрим. Я еще расскажу о том, что Далхаузер вообще до этого года в пляжный волейбол профессионально не играл. 0-0-0-0-0. Вот у меня все его данные по поводу выступлений в турнирах 2004 года. Шорплюг и Дикман повели во втором сете сразу. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, обидно. В общем-то, Шорплюг сделал все для того, чтобы успеть к этому мячу, но не хватило совсем. Чуть-чуть. Посмотрите, смотрите. Даже успел левой рукой коснуться мяча, но поднять его не смог. Да. Надо признать, очень напряженно проходит эта встреча. У нас вообще-то предполагается еще один матч. Сегодня Марсио Араужо и Джезус Магальяйс из Бразилии должны встречаться с Альваресом и Рамиресом Берналем. Этот матч сразу должен начаться по окончании этой встречи. Ну, в общем-то, официально он планировался. Его начало планировалось на 21:00 по московскому времени, но уже сейчас очевидно, что он начнется чуть позже. Мимо. Мимо. Американцы набирают очко. Нет, ну, если предположить, что американцы выиграют легко второй сет, то, в общем-то, задержка будет небольшая с началом последнего поединка в мужской части соревнований сегодня. Но, мне кажется, команды настроены по-боевому. И даже если немцы будут уступать, то в упор еще борьбе. А я думаю, что они сделают все возможное, дабы все привести к делу к тай-брейку. Четыре-два. Немцы на подачу сейчас. Ну что ж такое? Ну, с одной стороны, конечно, все в данном случае случайно произошло, да, вот то, что так вот от блока мяч свалился, именно ушел влево. В данном случае от, естественно, Шорплюга, а он не успел переместиться. Далхаузер на подаче. Ну что ж, вы все видели. Мне кажется, в общем-то,
подготовлена была атака эта, но при этом Далхаусер уже в который раз своим одиночным блоком заставляет ошибиться. Посмотрите, как он работает. Посмотрите, как корпус влево пошел. Он наклонился весь сам, и руки, не только руки, но и корпус пошел влево. Понял он, куда пойдет удар? Понял. Увидел и понял. Счет сравнялся. 4-4. Здорово играет сейчас Роджерс. Ай-яй-яй-яй-яй. Можно играть. И вот сейчас американцы набирают 5 очко. Ну, Далхаусер изначально сделал не очень точную передачу. Близко очень к сетке. И Роджерс не мог завершить эту атаку хорошим ударом. Но в итоге вновь в обороне сыграли хорошо американцы. И уже со второй попытки тот Роджерс набрал 5 очко. Американцы выходят вперед в счете. Крайне любопытная картина. Крайне. 5-5. Здорово. Здорово немцы отработали. И все равно не хватило, а. Ну, везет еще этому высоченному парню-то, а. Просто везет. Посмотрите. Мяч после блока в исполнении Дикмана свалился на грудь Далхаусеру. И он не растерялся, как и, впрочем, и Роджерс. Если бы Роджерс на это не среагировал, то и Далхаусер не помог бы. Касание сетки у немцев было. Да, так оно и есть. Это Дикман коснулся сетки. Ну что ж такое. 7-5 счет. 7-5. Сначала осталось вроде бы за немцами 2-0. А затем вот уже американцы вновь перехватили инициативу. 7-5 ведут. Да, вот так бывает, когда встречается дуэт, с которым ты вообще никогда до этого не видел, и в глаза, и вдруг начинает показывать очень приличный волейбол. Причем, посмотрите, частенько американцы подают в сетку, но при этом, по-моему, это абсолютно не смущает. Вот это со счетом случилось, и возвращает очко. 6-6. Да, это немножко там ошиблись судьи, те, которые следят именно за счетом, хронометражом. Ну, в данном случае за счетом, конечно, в первую очередь. Продолжительность матча в данном случае это не очень существенное мероприятие. Ну что ж, нашлась управа сейчас в лице Дикмана на Далхаусера. 7-7. Надо же найти точку, где вот этот высоченный парень мяча так-то не достанет. Ну, вроде бы и прыгнул он, добрался до мяча, и Роджерс постарался, но немцы выходят вперед в счете вновь. И, естественно, болельщики тут же реагируют соответствующим образом. Вот это да. Вот это уже серьезная ошибка Далхаусера. Банально фразу скажу, что признак мастерства – это стабильность. Посмотрим, насколько Далхаусер сможет быть стабильным в своей хорошей игре. Он умеет играть, мы уже это видели. Прием не очень хороший, кстати, был. Из-за этого немцы получают возможность сейчас еще одну очку набрать, но не попадают в площадку. Да, вот немножко тут разочарован, мы видим. Далхаусер, не все ему нравится, это точно абсолютно. Ой-ой-ой-ой.
Но очень хорошо, что немцы начинают цепляться. Ну, я не про этот в данном случае конкретный эпизод говорю, потому что здесь было абсолютно все ясно. Атака, в общем-то, была построена вполне четко. Вот с приемом-то у Далфаусера гораздо хуже. Вот, по-моему, сейчас немцы начинают этим обстоятельством пользоваться в полной мере. Посмотрите, мяч все время куда-то в сторону летит. Не партнеру, а в сторону. И, соответственно, подготовить атаку становится намного уже сложнее. Да, вот есть у меня подозрение, что ждет нас третий сет, потому что немцы так воодушевились сейчас очень прилично. Это Андреас, Кристоф, Христов призывают их болельщики порвать, что называется, соперника. Разнообразных подач, очень быстрых подач, которые чередуются такими планирующими. Здорово. Ну, здесь уже просто сил не было, Далхауса еще сделать эту попытку сыграть на блоке. Нагружают, пожалуйста. Так и будет продолжаться, на мой взгляд. Пока он полностью конечки не отбросит. Вот посмотрите. Сумеет сейчас? Сумел, молодец. Успел подняться. Ну, молодец, просто молодец. Да, чисто психологически сейчас важный для него момент был. Выбраться вот из этой сложной ситуации. Сейчас он на подачу пошел. Посмотрите, все время он в игре. Ну, вообще, конечно, даже в любую... Вообще трудно тут посочковать, но все-таки, когда ты все время выпрыгиваешь, когда ты все время еще и принимаешь мяч все время, вот здесь на блоке работаешь, ой-ой-ой, как тяжело. Нет, этот сет, конечно, немцы уже не отпустят. Никаких в этом сомнений у меня лично нет. Было касание блока. Сейчас, в общем-то, для американцев очень важно психологическое равновесие, да, вернуть, потому что вот с такой игрой они и на тайбрейке ничего поделать не смогут с немцами. Посмотрите, очередная неудача. Посмотрим еще раз на подачу Дикмана. Естественно, туда, куда нужно, на Далхаусера, но он на сей раз свое дело сделал четко. И публика в восторге. Публика в восторге, в отчаянии. Далхаусер ничего он сделать не может сейчас. Вот посмотрите, 69 километров, 10, наверное, 100 надо посчитать метров в час подача немецкого футболиста. Очень прилично. Очень прилично. Ну, естественно, при такой скорости не исключены ошибки, но счет 12-19 на подаче американского дуэта. В общем, здесь немцам переживать особо нечего. Им надо уже готовиться, настраиваться на тайбрейк. Даже вот такой мяч проходит, да? Не очень-то, вот что постарался Андрей Шорфлик, но и коль лишь идет игра, значит идет. И первый сетбол сейчас они будут пытаться реализовать. Я тут смотрю, самый длинный матч на этом чемпионате, но что любопытно, судя по всему, самый длинный матч-то был сыгран у женщин. Эстевис Рибальта и Креспо, кубинки, 31-е в рейтинге, ну, по Липосеве, обыграли Шелду и Биар за счетом 2-1. Причем третий, ну, мы здесь видим 21-12, завершается сет в пользу
немцев, и нас ждет третий сет. Об этом чуть позже. Ну вот перерыв нам позволяет сказать еще вот, чуть подробнее сказать о матче Шелда и Биар против Эстевес, Рибальта и Креспа. Сейчас 28, представляете? 21-19 выиграли первый сет кубинки. Второй 21-17 выиграли посеянные здесь старыми бразильянки. И третий сет 35-33. Вы можете себе представить? Вы можете себе представить? Ну, после этого бразильянки, в общем-то, немножко пришли в себя и, в общем-то, дальше уже выигрывали, но вот это, я думаю, что было сродни поражению Эммануэля Рикардо сегодняшнему. Конечно, чемпионы мира еще, я думаю, что покажут себя и вернут уверенность своим болельщикам в том, что они готовы защищать звание чемпионов мира. Ну вот, пожалуйста, на мужском турнире первый номер посеял, потерял поражение, а на женском второй номер. Шелда и Адриана Биар уступили, но час 28. Ну это фантастика. Таких длинных матчей в пляжном волейболе, когда уже стали матчи играться до 21 очка и первого сета, а решающий до 15, по-моему, на моем веку не было. По-моему, тут уже все довольны, все счастливы, все в предвкушении победы немецких. Все готово к началу решающего сета тайбрейка. Так нагружать не надо, на мой взгляд, сейчас американцев. Посмотрите, они в ожидании очередного рестарта и никак не дают музыканты это сделать, всякие диджеи и же с ними. Пошел решающий сет. Молодец Галхаусер, молодец. Вообще, вот те, кто занимается большим волейболом, иногда просто не понимают тех трудностей, которые поджидают их в пляжном волейболе. Вот особенно я уже говорил в самом начале, что низкорослым ребятам очень сложно. С каждой минутой все становится сложнее и сложнее. Физические нагрузки колоссальные. Кстати, вы все время в песке работаете. Причем работаете на блоке, в атаке, на приеме, в защите. Нет никакой возможности отдохнуть. Немцы нагружают Далхаусера по полной программе. И, естественно, на фоне усталости начинаются ошибки в приеме. И так-то в приеме, по-моему, Далхаусер не лучший, что вполне понятно. Все-таки видно, что с его данными вряд ли он играл роль доигровщика в большом волейболе. Уж тем более не был никаким ни либеро, ни связующим игроком. Молодцы немцы. Технично все сделали. Кстати, после каждых 5 розыгрышей мяча, очка меняется сторонами волейболиста, стороны площадки. И видим, как ошибается Роджерс. Супер опытный Роджерс. Да. Но счет-то все-таки 3-3. Вообще, на подаче частенько американцы посылали мяч в сетку или просто в аут.
как красиво. И реклама на трусах, и фамилия. Что-то тут вот девочкам какие-то играть претензии арбитрам. Трудно сказать, какие там вопросы им задаются. Ну зачем брал сейчас, а? Зачем брал мяч и дал Хаусер? Ну в аут летел он. В аут летел мяч. Ну вот опять же, это уже усталость. Посмотрите, где он добрался до мяча. Абсолютно бессмысленно сделал это движение. Потеряли американцы очко. Второе очко, по-моему, сломался. Долхаусер уже не в состоянии объективно оценивать происходящее на площадке. И поэтому так он уже голову опустил. Ни в атаке уже не хватает у него силенок. Вот как тяжело новичку. Вроде бы блеснул в первом сете, но потом нужно, конечно, очень приличное время, чтобы адаптироваться вот на таком уровне в пляжном волейболе. Естественно, если ты играешь в любителях, ты там лучше. Но когда ты приезжаешь сюда к ребятам, которые здесь уже десятилетиями занимаются этими видами спорта, ну, давайте вот скажу вам только о том, что Шорфлюк с 95 года в профессиональном пляжном волейболе. 10 лет, вот, пожалуйста. Что касается Кристофа Дикмана с 96-го. Ну, представляете, скушали они Долхаусера. Просто скушали. Ну, а кто сказал, что будет легко? Но немцы не должны ослаблять свои путы. Надо играть до конца. Вот опять нагружает Долхаусера. И опять он не справляется. С приемом вроде бы справился, но уже силенок оценить то, как действует на блоке Дикман, он уже не может. Мне кажется, уже и прыжочек-то у него не тот. Все уже видно, что физически в песке-то он не особо готов играть. Тяжело ему. Тяжело. Такие нагрузки выносить. А уже, кстати, час фактически. Чуть меньше часа идет эта встреча. Так что хороший поединок. Чуть меньше, правда, еще. Телезра, что называется. Играет он точно в атаке. Все означает, что немцы все время наращивают свое преимущество. Пять семь. Долхаусер на подаче. Молодец Долхаусер. Обостряет игру. Театр одного актера. Все, что остается Тодду Роджерсу, просто хлопать, когда хорошо играет Долхаусер, расстраиваться, когда его подстерегает неудача. В общем-то, сам Роджерс никаких ошибок не допускает. Вот знаете, как здорово сыграл. Ну, а так смог завершить? Смог, еще и как! Смог, еще и как! Вы посмотрите, а! Опытный Роджерс сейчас нашел то местечко, где никого из немцев не было. Молодцом. Посмотрите, как красиво все сделал Роджерс. Опыт – великое дело. 7-7. Решающий сет. Тайбрейк. И американцы делают все возможное, чтобы все-таки вырвать победу. Сотворить еще одну сенсацию на этом турнире. Класс. Класс. Посмотрите. Вот чуть-чуть включается в игру Роджерс и совсем тяжело становится немцам. Но это просто Роджерс сам себя включает. Посмотрите, как он дважды, а я опять же говорю, два касания посчитал у Долхаусера.
ну, рожа-то красавец. Смотрите, как он играет в обороне, а? Поднимает такие мячи. 8-7. 8-7 американцы повели в счете. Неожиданно, очень неожиданно. Когда казалось, что все, уже Далхаусер подсел силами. Ну что ж такое? Ну не заступай, будь ты человеком. Ну кто ж тебя просит наступать на эту ленточку? Американец показывает, что вроде бы нет моей ноги-то. Да наступил, конечно же, видно. Просто понятно, что он так мощно наступил, что уже носок потом оказался под ленточкой. Но что-то он придумывает. Ну, отступит и сантиметров 20, и не будет у тебя никакой проблемы. Мяч площадки. Что-то Роджерс объясняет новичку пляжного волейбола. Сейчас ситуация-то просто фантастически складывается. До 15 очков играется третий сет, на всякий случай напоминаю. И Роджерс на подаче. Он-то уж никогда не заступит. Такой ошибки не совершит. Ну, знаете, насколько сейчас, знаете, как в повторе, как в рапиде сейчас все происходило. Уж немцы так готовили эту атаку. Мягко сделал передачу сейчас Дикову на Шерфлуга. Ну, так, может быть, побыстрее все-таки надо было это сделать. Ну что ж, тайм-аут. Тайм-аут, ребята. Немцы берут тайм-аут, потому что счет 10-8 в пользу американцев. Вот эта встреча, да, это одна из самых любопытных встреч сегодня. Ну, естественно, напоминаю, Рикардо Мунелло из Бразилии тоже провели нешуточный матч против Кёгеля и Борсме. И при этом голландцы просто сотворили сенсацию. Выиграли, а не выиграли у бразильцев. Ну, мне кажется, вот здесь роль Роджерса была сейчас велика, чтобы восстановился психологический Далхаусер. Вот то, что пару раз просто гениально сыграл в защите Роджерс, это, конечно же, помогло. Это помогло, но у немцев было единственное оружие. Они все время играли на Далхаусера, и он уже стал чаще ошибаться, вроде бы уже все, это все закончилось. Не тут-то было. Итак, на подаче вновь Роджерс. Какие он подачки делает хитрые. Здорово! Вот это да! Вот это да! Своими не очень понятными, нелогичными подачами тот Роджерс, по-моему, в состоянии гроги ввел сейчас немецкую пару. И вот к чему все это привело. К чему все это привело? Сейчас немцам вообще ошибаться уже нельзя. Категорически нельзя ошибаться. У них очень плохая диспозиция. Гадать сейчас стал. Вы знаете, Далхаусер гадать. Еще удар-то и не последовало, а он уже влево наклонился. 9-11. Дикман на подаче. Без шансов на спасение в данном случае. Хорошая была четкая передача на Далхаусера, и тот не сплоховал. Вот это да. Все ближе, ближе. Еще одна сенсация. Еще одна сенсация этого турнира. Что там случилось? Опять, по-моему, за линию заступил американец. Ничего не понимает. Вот ему говорят, старик. Вот судья его уговаривает, будь человеком, ну вот действительно, он аж цепляет там эту ленточку, он просто ее цепляет. Просит его судья, старик, ты чуть-чуть, будь добр, не доходи до линии 10 сантиметров. Нет, не видно. Ну, смотрите, там стоит с флажком боковой. Ну, если даже немножко предвзято боковые относятся к тебе, ну, будь, пожалуйста, повнимательнее. Кто, в общем, тебя за язык, что называется, тянет? Ну, будь добр.
Вот, например, Роджерс ни разу такой ошибки не допустил глупой. А Даллхаусер раз за разом это делает. Посмотрите, немцы рискнули и сделали неправильно. Рискнули сейчас сыграть на Роджерс. Он атаковал. Ну, хитрюга Роджерс. Обманул он. Так, желтая карточка. Получает ее Шерплок. Но нервы-то не железные у немцев. Видите, он выражает протест. Шерплок получает желтую карточку. Нервы на пределе у всех. Роджерс, конечно, не заступает за линию положенную. И, соответственно, правильно все сделал. Другое дело, что очко-то все равно немцы набрали. Ну, касание сетки было здесь уже. Одиннадцать 13. Дикман на подаче. Толпа надеется и верит в своих. Но очень непросто складывается этот поединок. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну не умеешь обманывать соперника. Ну не обманывай. Ну, Даллхаусер. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну там столько было места, куда можно было отправить точно мяч. Ну огромное пространство. Нет, это не его. Это игра Роджерса. Он все увидит, он знает. Ну что ж, чуть-чуть легче. Дикман вновь на подаче. Мимо, по-моему. Мимо. Вот это да. Два матчбола у американского дуэта. Два матчбола. Повезло сейчас немножко Даллхаусер. Ну а почему бы и нет? Почему? Что везет только немцам. 14-12, два матчбола. Немцы не имеют права на ошибку. Не имеют. Ну, вот смотрите, сейчас надо, наверное, линию почистить, чтобы было видно, всем и вся, выступает или нет американец. Ну, я еще раз говорю, такая глупость. Ну, сделай ты, отступи 20 сантиметров, и никто тебя не будет напрягать. Что у тебя-то какая-то подача невероятная, что ли? Ничего подобного. Обычная подача Даллхаусера. Она не сильная, хотя он в прыжке подает. Она совершенно не сильная. Один матч был отыгран. 13-14. Интересно, на кого сейчас будет подавать Дикман. Очень интересно. Или не Дикман будет подавать. Шерплук. Сейчас нам его показали, но... Да, подает Шерплук. Смог, справился. И... Все! Все, американцы побеждают! Фантастика! Фантастика! Новичок пляжного профессионального волейбола Филипп Даллхаусер, который заменил в последний момент в этом дуэте Томаса Крёгера, приносит победу американскому дуэту Тодду Роджерсу и Филиппу Даллхаусеру в поединке с одним из фаворитов чемпионата мира, хозяевами чемпионата мира, Кристофом Дикманом и Андреасом Шерплугом. Потрясающе. Вот это чемпионат. Я думаю, что он еще много сюрпризов преподнесет. Итак, Роджерс и Даллхаусер выигрывают в трех сетах. Молодцы, просто молодцы.